Скейт-парк в Прибрежном обустроенный уже стал одним из излюбленных мест ульяновцев для занятий экстремальными видами спорта. Решение о создании профессиональной площадки на территории парка принималось вместе со скейтерами, любителями и профессионалами. Раньше они катались буквально где придется. Естественно, там не было ни покрытия, ни каких-либо комфортных условий. Да и зачастую ребята просто мешали жителям, создавая угрозу безопасности дорожного движения. А вот новая площадка уже стала одним из самых популярных мест для отдыха и развлечения детей и взрослых. Ежедневно здесь бывает больше сотни посетителей, выполнена она с учетом необходимых требований по безопасности и пожеланий профессионалов из региональной федерации скейтбординга. Она состоит из множества элементов, которые подходят для занятия спортом, выполнение разных спортивных элементов в разных спортивных категориях, скейтбординг, BMX и так далее. В самом Прибрежном такой эксперимент уже назвали удачным. В ближайшей перспективе расширение зоны для скейтеров. Она очень востребована, она с освещением, то есть до позднего вечера здесь играют и катаются дети, никому абсолютно не мешают. Конечно же, она востребована, мы хотим такие площадки видеть по всему городу. И здесь же, на территории парка, мы будем продолжать вот именно на этой территории развивать эту площадку и этот вид спорта. В планах также проведение профессиональных соревнований среди скейтбордистов на базе Прибрежного.